коллектив, я рад вас снова приветствовать. Выгружаю пионерку, едем в лес. Так, ну все, ребят, собрался, выезжаю. Кстати, сегодня Андрея нету. У Андрея там дела какие-то дома нарисовались. Короче, сегодня он не поехал. Поеду один. Кстати, ребят, тоже я заменил каток вчера. На пионерке тот, что был ломанный. Видео есть на втором канале. Кстати, ребята, кто не знает, у меня есть второй канал, называется «Около металлокопа». Можете или загуглить, или ссылочку оставлю. Всегда оставляю ссылки. Там происходит все, чем я занимаюсь. В основном дома, по ремонту техники, по самоделкам. Ну и все такое прочее. Все, что как-то косвенно связано с металлокопом. Ну и со всей моей деятельностью в том числе. Пионерка маленько прогреется и поеду. Проехал 15 километров. Это у нас разъезд 18 километр. Ехать еще сколько? Еще 5 километров до места. Итак. Так, надо одеть балаклаву, а то что-то лицо мерзнет. У нас тепло передают, и вроде в городе как везде уже и снег растаял. А здесь еще, он еще везде практически лежит. Что-то мне не нравится, это колесная пара задняя. Вот эту я вчера делал, ставил. Как-то ее, блин, мотыляет, короче, друзья, из стороны в сторону. Такое ощущение у меня, что она криво как стоит. Колесо как будто стоит криво, и из-за этого его вот так вот мотыляют. Весь зад пионерки мотыляют, когда едешь. Просто вообще просто ехать невозможно. Так. Я уж не знаю, что тут не так. Возможно, на этих болтах что-то не так у меня. Туда-сюда неровно стоит. Вот как по пионерке так смотришь, как будто вот. Да, как будто вот она сюда маленько смотрит. Вот так криво стоит. Хотя я вроде где-то вымерял все по центрам. Должно быть там все ровно. С дороги увидел, рельса торчит. Сначала думал, швеллер какой-то. Еще ближе подхожу, рельса такая загнутая вся. 18-я. Рядом еще одна. Еще одна тоже вся загнута. Тоже торчит 18-я. Рельсинка. Остановился, дай посмотрю. Думаю. Ладно, запомним это место. Остановился, тепловоз пропустить. Груженый едет. Из леса пионерку скинул. Как раз остановился-то у этой рамы, я уже показывал в одном из видео. Это платформа. Платформа была. Она без колесных пар, чисто вот из шевелеров платформа и все. Больше тут ничего тут нету. Так, а тепловоз-то у нас в ту сторону уехал. Я думал, он мне навстречу едет, а он от меня наоборот.
Блин, надо обратно ставить пионерку. Все, я до места доехал, тепловоз дальше едет. В общем, постоял тут, с парнями пообщался. Они мне показали избушку здесь. Кстати, это совсем недалеко от той ветки, где я нашел корчеватель, плуг. А я, блин, избушки строить начал в лесу. А тут уже вон, есть построено. Недалеко тут, метров вон 40-50. Сходим, посмотрим, в общем, друзья. Сейчас пионерку составлю с рельс. Дойдем до нее, посмотрим, что там, что к чему, что да как. Тут такие буреломы кругом. То ее и не видно, вон она спряталась. Как елочка, такая же теплушка, как на разъездах стоят. По идее... Если она более-менее, вон дерево вижу, на нее, правда, упала, печка есть. Если она более-менее, то можно, по идее, приезжать сюда на ночь уже, строить свою-то избушку. Свою все равно надо, что-то, по идее, не знаю. Ну, ее можно так подшаманить, да? Окна, вот видим, нету. Кстати, она не течет. Нормально такая избушечка. Дверца оторвана. Дверца у печки оторвана. Такая она тут. Чё? Как бы. Чисто вот сейчас вот, если ездить, допустим, чтобы не выезжать каждый день домой, по сути, ее немножко подшаманить. Все, и можно свою тихонько рубить. Не надо выезжать домой. Приехал, переночевал, все. Пожалуйста. Что-то где-то как-то подшаманить. Можно ночевать. Окна вот нету. Кошка вставить. Ну такая она. Как бы так. Относительно совсем уж тут. Ни двери уже, ничего не запирается. Нет, все-таки будем делать мы свою, ребята. Свою будем делать. А это, ну, возможно, если на ночь захочу здесь остаться, то можно здесь приехать, что-то как-то маленько переночевать, наверное. Да и то не знаю, но печка-то, дверца отломлена. Пользуясь случаем, друзья, пройду я еще раз по этой ветке. Я как-то рассматривал ее со спутника. Сейчас пока не загрузилась еще карта мое местоположение. И, в общем, по карте видно, как ус за болотом тут заходил. В общем, прогуляюсь, посмотрим. Мало ли что найду. Хотя бы так, без металлоискателя пройдемся. Так, я дошел до корчевателя. Где-то недалеко от него ус в сторону от ветки отходил по карте. Блин, у меня что-то сегодня спутники никак не загружаются. Вообще ни в какую не хочет спутник находиться. В комментариях, кто что говорит, кто говорит, это осушитель леса. Зачем тут лес осушать?
В смысле? Смысл? Тут вот, я думаю, что это раскорчевывали, у ЖД раскорчевывали. Усы, может, когда-то. Ветку вот эту раскорчевывали. Плуг здесь. Для того, чтобы вот эту вот канаву сделать. Протащили этот плуг, вот вам все канава. Вот она от плуга, от этого канала. С обоих сторон от ветки. Эту ветку вот осушали. Корчеватель раскорчевывали. Все это цеплялось за один и тот же трактор. Я не знаю, там Т-100 или Т-80 бульдозер. Говорят, сильно он широк. Да не сильно он, не такой уж он и широкий. Я бы не сказал, но 2 метра ширина. Почему широкий? Потому как цеплялся он, у которых еще канатное управление, ну, навесным оборудованием. Там где-то блок было видно, Андрюша говорил, с той стороны вроде. Ну, видно, как за что его цеплялись. А так никаких ушей для гидравлики нету. Короче, он цеплялся за тот бульдозер, у которого еще не было гидравлики. Где-то вот, вот он. Там где-то этот блок, палец, или палец там просто, куда цеплялось канатное управление. Корчевателем. Да корчеватель это что, мне кажется? Что это? Какой еще тут осушитель? Дошел до плуга. Так больше я ничего и не нашел. Ну тут без металлоискателя, конечно, мало шансов что-то найти. Уж слишком давно это все было, чтобы металл был на поверхности. На поверхности может быть только что-то вот подобное. Так, ну все, я как раз где-то на отворотке у ветки. Где-то рядом она. Там должна отходить. Ну, у ветки, у уса. Скорее всего, ус там отходил-то. Возвращаюсь, ребята, обратно. Так как ходить по лесу без хорошего навигатора, тем более что-то искать, просто глупая затея какая-то. Я прошелся сейчас тут возле болота, ну что ты там, если нету спутникового снимка, а этот ус, вроде как ус, видно только со спутника, так ты его даже, тоже ты пройдешь, не определишь, он был там, был он здесь или нет. Так что она с хорошими спутниковыми картами сюда идти, искать его. Ладно, в другой раз сейчас. Возвращаюсь обратно, все-таки поеду. Буду уже строить что-то. К середине дня только добрался до своего бунгало. Фух. Сейчас надо развести костер первым делом. И покушать, так как времени уже обед. Блин, я сегодня ничего не успеваю. Ну, съездил только вот то, что посмотрел. Где избушка старая находится. Блин, места у меня, конечно, тут будет. Обалдеть, как много. Может, мне правда ее еще поменьше сделать? Так, друзья, начертил первые чашки на одном бревне. Сейчас будем выпиливать их. Посмотрим, как получится. Кобелем прошел, чтобы карандаш было лучше видно. Да и то он как получалось. Ну, я маркером потом обвожу еще. Получается плохо. Конечно, нету нормальной. Тут хотя бы циркуль был бы, эти, знаете, как раньше он фиксируется. А то тут не фиксирующийся. Ну, такой вот обычный, что школьный циркуль. Таким вот и черчу тут. Ни хрена не получается по-хорошему. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Если ничего не получится, ну, как ничего не получится, получится-то все равно что-нибудь получится. Если будет плохо получаться, так я, может, оставлю это занятие. Хотя, может, сегодня и порубим сколько. Будем нормальную черту искать. Также с кобелем вот прохожу, чтобы лучше видно было.
первое бревно вложил. Получается как-то ужасно. Как-то ужасно получается. Но я думаю, что главное, чтобы оно плотно лежало, да. Ничего никуда не болталось, а там пропенится, промшится, проконопатится. Будет нормально. Еще бы научиться нормально чертить. Главное-то, по идее, тут черта самое главное. Начертить бы, хорошо бы чертить, а потом только по черте выпиливать, так оно нормально бы было. Ну вот, ребята, оклад я закончил. Оклад я сделал. Теперь можно начинать рубить полноценный колодец, ну, сруб, в смысле. Ну а здесь уже буду подгонять, чтобы были одинаковые, примерно комель с вершиной. И вот так вот буду стыковать внахлёст. Вшип, не знаю, можно вшип состыковать, где, если толстые бревна, чтобы шина прохватила, главное. А где бревна узкие будут, там буду стыковать внахлёст. Ну, где тонкие бревна, те внахлёст буду стыковать. А эти можно в паз, в шип. Так, надо выставить их на одном уровне, и чтобы они вообще как бы по уровню были. А потом уже зачертить. Хотя можно сначала сейчас зачертить будет грязную чашу, а потом уже сделать все остальное. Так, ну что, второе бревно тоже в грязную чашу запилил. Сейчас все, размечаю сейчас здесь шип. И все, выпиливаю шип, стыкую. Вот так вот бревно одно есть. Это в грязную. Надо будет еще в чистую чашу запилить с пазом и все. Так, сюда 4 сантиметра. И сюда 4. Теперь по уровню от этих рисок проводим линии. Так.
Итак. Все, выпиливаю шип. Не совсем, конечно, хорошо, но хотя плотный шипдек, без разницы. Получилась щель. Щель немножко получится здесь. Вот так вот первая стыковка. Но это замшится. Здесь ничего продувать не будет. Как бы черт с ним, с этой щелочкой. Нормально будет. Надо еще костыли будет забить. Глубже их туда полностью утопить. Тут костыли торчат. Не посмотрел что-то, что бревно-то с костылями. Да, они не помешают полностью туда утопить, да и все. Обвожу черту маркером. Ее, блин, вообще не видно тут практически. Так, вот тут вот вижу. А тут опять не вижу. Где она здесь? Черт его знает. Дерево сырое. Не прочерчиваться. Я не представляю, как я буду зимой-то рубить. Ладно, так. Немножко на глаз. Где-то что-то прочерчу. Так. Думаю, ничего страшного. Так, тут где? Вот это, наверное. Так, ну и чистую эту самую. Чистую чашу обвести. Где-то вот так вот. Ну и все, практически у меня можно это бревно все делать и укладывать. Вот такой вот первый блин. Мне так никаких маркеров не хватит. Все отлично вроде как. С пазами куда намного лучше все получается, чем с чашами. На пионерку бензинчику слил. Да, кстати, у нас следующий день. Собираемся снова в лес. Сегодня Андрюха со мной. И все, поехали. Уже надоела эта езда каждый день. Надо что-то с этим решать.
Итак, съездили мы, ребята, набрали мха. Сюда принесли только 2 мешка. Мох сырой брали с болота, так как ближе нету. Ну, такого сухого. По суше мха нету. Здесь вот болотный мох такой длинный. В общем, сколько мы? Мешков 8, да, где-то? Что-то в районе 8-9 что-то мешков, короче, мы надрали. Мешки остались там. Я и камеру-то с собой не взял. Я тут оставил ее в сумочке. И уехали туда. Там только вспомнил про камеру. Так что я вам фотку вставлю, как мы пионерку натузили. Вот так вот мы привезли мох, оставили мешки там у железки, 2 только сюда принесли. Каждый раз по рейсу будем ходить и что-нибудь полезное будем приносить. Мох, шпальник, что-то еще. Так, ну что, я вам также с утра шпалину приволок, сделать из нее скамейку нормальную, там столик, а то у меня там убогая какая-то. А что-то нормально соорудить. Столик пошире. Так, ну и занимаемся строечкой дальше. Сейчас буду, сегодня он с утра посмотрел, можно еще посадить маленько это бревно, будет поплотнее лежать. Ну и это будем ложить, уже начинать. Так, мох-то у нас вообще длиннющий, поперек-то его ложить. Ну, его надо поперек ложить, так он у нас длинный с тобой очень. Как быть? Вдвойне его складывать? Может, да? Чтоб не такой длинный был. Что ему там висеть-то? Не знаю, может вдоль его ложить. Будет лучше. Ну, там, друзья, напишите, как мне лучше мох-то ложить. Вдоль или поперек? Вроде поперек его так-то ложат. Только то, что он у меня-то длинный. Или вообще без разницы. А по сути-то какая разница, да? Как мне кажется. Берешь вот так просто и накладываешь. А потом это то, что торчит, это все потом забьется туда, проконопатится. И будет нормально. Как-то так. Там черту выставляй по черте, одинаково будет с утра и все. А колотушку, машку. Так, друзья, все-таки с первых же рядов тут косячу. Ни хрена не получается по-хорошему. В общем,
тонкий диаметр выбрал у бревна. И получилась чаша-то вон она в чистую, как бы уже тут вырубил. И что тут? Как бы ни о чем, да, все кончилось бревно-то. Короче, так понял, надо выбирать хотя бы, чтобы диаметр был хотя бы 2 вот этих остатка толщины. Ну, короче, примерно. В общем, тонковато бревно взял. Надо все сейчас переделывать будет. Вообще все. Ладно, что ж, переделаю. Это бревно придется выкинуть. И эта чаша тоже вон что, больше середины уже в грязную выбрана. А в чистую выберу, тут вообще ничего не остается. Мне кажется, это неправильно, наверное. В общем, мучаюсь, пока, не знаю, ничего не получается. Ну вот, друзья, 1,5 ряда положил. Вот так вот оно пока получается. Не айс, конечно, вроде как по мне, так, хотя для леса сойдет. Лучше и не надо. Еще бы бревна не стыковать, так быстрее бы все получалось. Так, долго оно с этой стыковкой. Надо сначала состыковать на земле, а потом уже все сразу и выпиливать, и запиливать, чертить. А то мы сначала все очерчиваем, а потом стыкуем. Тоже плохая эта затея. Так, сегодня это уже у нас какое? 2-е бревно. Ложим. 2-е бревно только за весь день. Очерчиваем. Чертить как-то не очень получается, но все же. Не знаю, что тут видно будет, не видно. Еще мух мешает. Мы потом маркером обводим, когда сейчас перевернем, маркером обведем. Маркер-то тоже ни черта не пишет, что-то. Я тут пока занимаюсь, Андрюха уже практически весь мох сюда сносил. Выкладывает из мешков тут. Он в мешках очень уж такой у нас спрессованный получился. Не дай бог, при морозе так его вообще тут не отковырять будет. А так наложим, если мало ли и примерзнет, так тут костер возле него развел, оттает. Но он часто уже такой по суше стал, но все равно сырой. Перебирает заодно. А я вот в чистую уже очертил следующее бревно. Все, тут стык в шип. Тут тоже все очерчено. Все, сейчас буду выпиливать. Ну все, ребята, мы домой. Времени уже. Наше время вышло, так скажем. Вот так вот. Немножко мы ряд не доделали сегодня. Но я пока еще все учусь. Вот так вот будет, что 2-метровую шпалину мы вот эту режем пополам. Ну как пополам? Тут 70 сантиметров, а тут 130 получается. Тут проем дверной. В общем, так и будем. И материал экономим, и все у нас нормально тут получается. Так что ж, друзья, на этом на сегодня все. Вот на такой вот ноте собираемся домой, выезжаем, все. Всем удачи, всем пока, счастья, здоровья. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте, проходите ссылки в описании на 2-й канал. Подписывайтесь на Инстаграм. Ссылочку оставлю где-нибудь здесь.
Все, друзья, всем удачи, всем пока. До свидос.